Гілковий корм з'являється навесні та щезає осінню. Що це таке, маленька компанія вирішила розібратися вельми детально. У хазяїв гризунів і птичок роблять помилку, не кормя своїх питомців віточним кормом. Во-первых, это очень полезно, помимо того, что в ветках содержится много витамин, но еще там содержатся минеральные вещества. Аби забезпечити гілковий корм своєму улюбленцю, слід попрацювати. Причому збирати гілочки прийдеться з ранньої весни, адже найбільш корисні вони саме тоді. Веточки эти все собираются не в пределах города, не в центре города, в парках, а где-нибудь за городом и не возле трассы. Веточки эти нужны очень грызунам и птичкам в том плане, то, что весной они начинают соковыделение, у них вырабатывается, и почки. Это все очень полезно и вкусно для птичек. Грызунам лучше все-таки давать уже фруктовые деревья. Грызунам они нужны для того, чтобы эти веточки, об них стачивать зубки. Для птичек это полезные вещества. Они опять-таки едят тоже кору и те же почки. Найголовніше не переборщити із гілковим кормом, адже все, чого забагато, не йде на користь. Тому що можна просто дисбаланс визвати в желудці. Для гризунів, таких як кролики, морські свинки, хомячки, криски, ми пропонуємо віточки. Ну, звісно, віточки без листиків, без всяких зелених уже самих плодов. Потому что это вредно для них. Только веточки, которые мы ломаем, можно даже какую-то стружечку с этого сделать. Это очень тоже полезно, и в то же время ваш кролик, грызун, и любой тот же хомячок будет занят какое-то время поеданием этих веточек. Птахам гілочки можна запропонувати у двох якостях – як корм та як жердинку. Для птичек ми можемо використовувати віточки не тільки як корм, лакомство какое-то, заняття для стачування там клювика і в то же время поїдання, но ще як жердочку, так як жердочки у птичек повинні бути різного діаметру. Потому что птичка, сидя на одной жердочке, и диаметр у нее будет один и тот же, лапки у них устают, так как в дикой природе они по разным веточкам прыгают. И, естественно, мы должны помнить об этом и сделать все те условия, которые были бы очень хороши для нашей птички в нашей клетке, в неволе. Звісно, обираючи гілковий корм, слід звернути увагу на те, з яких дерев ви зрізуєте гілля. Деревья используются не все подряд. Естественно, деревья фруктовых деревьев очень полезны. Это яблонька, грушка и все косточковые деревья, которые можно найти у нас в саду. Они будут предлагаться и грызунам, и птичкам. Що ж, маленька компанія бажає вам вдалого полювання на гілковий корм, а вашим улюбленцям смачненького та корисного корму.